Пятница в Самарской области без осадков и малооблачно. Температура днем плюс 25, ночью плюс 17. Ветер восточный 2-5 метров в секунду. В Сызрани облачно с прояснениями плюс 24, к ночи плюс 16. Ветер восточный 2 метра в секунду. В Тольятти днем ясно, плюс 25, ночью плюс 17. Ветер восточный 2-3 метра в секунду. В Самаре днем малооблачно, плюс 23. К вечеру облачно с прояснениями, плюс 17. Ветер восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 52%. Температура воды в Волге 16 градусов. Магнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.